Конечно, сложный соперник, потому что человек, который не знает, что такое поражение, это уже как бы уверенный в себе человек, намного увереннее, чем тот, кто когда-то проигрывал. Он же не простой боец, он же многих людей выигрывал. 44 боя. Это, ну, меня прям радует его рекорд, да, как говорится. И что я вот 45-й и выиграл его. В принципе, все шло по плану. Я как бы ожидал, что он будет бить по корпусу, но не ожидал, что так много будет попадать мне по корпусу. Некоторые раунды я хотел, чтобы он побольше повыбрасывал ударов. Хотел, чтобы он чуть потратил свою энергию, а я как бы чуть ее подкопил и сделал какую-то красивую комбинацию. Но в целом я ощущал, да, что я веду бой и что я могу так допустить такое, да, что в принципе можно отдать какие-то раунды ему. Если в бою с Канело, как бы я не мог себе такое позволить, потому что каждый раунд я обязан был выигрывать и делать все по максимуму. То здесь как бы я вот себе позволил чуть-чуть расслабиться и дать ему побросать удары, посмотреть на него, как он себя ощущает, когда промахивается, когда тратит эту энергию. Вообще концовки нужно забирать, как бы стараться, да, то есть по возможности старался, да, концовки, потому что бой-то судят люди, как бы у всех такое мнение субъективное, и вот концовки, когда забираешь, это больше как бы приветствуется судьям, то есть они помнят последнюю вот эту вот картинку 15-секундную, там, 30-секундную. Концовки, они важнее, чем начало боя. Мы готовились в трех локациях таких, да, то есть в Кыргызстане мы готовились, очень классный сбор был, очень так приветливо, с теплом, с таким отнеслись к нам. Потом мы были в Краснодаре, тоже здорово к нам отнеслись, как родным, и также здесь. То есть везде отношение такое прям по-доброму, и атмосфера такая рабочая. Всего хватало, спарринг-партнеров, и времени на восстановление тоже хватало. Да, был долгий лагерь такой. Я рад, что я выиграл такого боксера, потому что я давно с ним хотел отбоксировать. И мне не нравилось, что он болтал. Как сказал мне шеф перед боем, он должен ответить за базар. Рад, что эта история уже завершилась с ним. Все, Зурдо, как бы пройденный вариант, надо идти дальше. Вперед к большим вершинам. Браво, дорогие друзья, поздравляемся все вместе. Радуемся за Дмитрия Бивола, отстоявшего свой титул. А это просто уроки классического бокса. В одну калитку, красиво, вообще, все отлично. Спасибо большое вам за поддержку, я ее ощущаю. Я очень рад, что у меня есть люди, которые смотрят мой бокс, которым нравится этот бокс. И я вас поздравляю тоже, мы победили опять. Вперед к новым вершинам. Не просто поддерживайте, занимайтесь тоже боксом, ребят. Это же такой замечательный вид спорта.